День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Легенда Гримрока 2, и я вернулся к этому пазлу. Притом, вы мне не поверите, но я вернулся к этому пазлу где-то полтора часа назад. И знаете, я так взял, прошел, вот думаю, ё-моё, так это же просто! Давайте я сяду и запишу, и не записал опять. И тут началось... Мучение. Так, хорошо, то есть сейчас мы так, отлично, теперь мы возвращаемся, хорошо, почему-то, а то есть теперь это так, и все, ну господи, как это просто, будь оно проклято. Я не забыл дернуть за рычаг. Нет, не забыл дернуть за рычаг. Ну, наконец-то! Вот он. Вот из-за чего мы мучились. Итак, что он? 4.43. Это, по идее, классная вещь. Отталкивает монстра. Но так как у меня уже двуручник есть на 14.42... Ха. Меня уговорили. Окей, то есть мы по идее должны скоро найти еще топор, так что это уже будет, да, получше. Но хорошо, если 14.43, 14.42, все-таки я не буду отказываться, как бессмысленно отказываться. Что мы сейчас можем сделать и что нам сейчас вообще нужно сделать? По идее можно было бы пойти здесь поубивать врагов, но это сейчас не очень интересно. Что я абсолютно забыл, и огромное спасибо товарищу с комментарием, который мне это напомнил, это то, что я здесь забыл целую зону. То есть, знаете, я не забыл там... Да, по идее, я забыл сам по себе кристалл, но я забыл еще огромную зону под землей. Под у нас, оно под перекрестком, там, где у нас кристаллы, то есть я по нему ориентируюсь, куда идти. То есть нам здесь после кристалла перекресток, и вот сюда вниз у нас здесь будет название Lectionary. Lectionary — это еще одна вереница достаточно сложных пазлов, которые, по идее, можно пройти, но как бы мне нужно их пройти, потому что там прячется от меня кристалл. Я его отпускать не буду, при том, что, знаете, я уже во время записи прошлой части думал так... К этому моменту у меня должно быть уже три элемента, собранных элемента, я думаю... А? Что? Где... Где мой последний элемент? И такая маленькая-маленькая паника. И подумал так, ай, ну ничего, пойдем на кладбище. И потом я прочитал комментарий, и получается так, ай, нет, мы не пойдем на кладбище. А то есть все, кто пока что еще не смогли решить пазл с кладбищем, мучаются все еще дальше. Хотя я уже в комментариях видел ответ на этот пазл уже 100 раз. Да? Нет, нет, это не туда. А куда? Как мне в Lectionary спуститься? А, вон там, скорее всего. Все понятно. Так, вот почему я, скорее всего, и пропустил. Я так, это после перекрестка мне больше никуда не нужно идти. Нет, 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 вот он. Дорогой мой, есть? Есть, хорошо. Карта. Отлично, все. По идее, здесь ничего такого слишком страшного быть не может, потому что мы уже все... Очень-очень хорошо прошли, набрали крутых вещей и уровней, так что нам не страшен серый волк, скажу вам честно. Но нам здесь нужно решить парочку пазлов, таких серьезных пазлов, которые очень хатрые и гидкие. Или гадкие и хитрые. Так, это мана. Сказал, это мана. Ну, маленькая мана. О, господи. Господи, боже мой. Так, факел, иди в попу. По идее, можно все уже сюда складывать. Опять, снова. Снова все записки складываем сюда. И бомбы. И все остальное. Огромное количество бомб. Хорошо. Хорошо. Давайте. Все, сумочку сюда. Кусок мяса сюда. Хорошо. Куда я что положил? Где человека перегрузил, бедняжку? Одним маленьким напитком жизни. Так, свет, по-моему, заканчивается он у меня. Угу. Ну что ж, как всегда у нас... Ой, я помню, да. Называется «Найди ключ и открой эту дверь». А за этой дверью такая гадость. Это вы мне не поверите. Это ужасная гадость. Так, обычно, когда здесь нужно обойти столбик, на этом столбике очень часто
бывают секретные кнопки, но я так как... Я как раз очень интересный эффект заметил в том, что я, смотря на экран, я вижу меньше, чем когда я смотрю на записи. То есть на записи мне намного легче смотреть на стенку. Может быть, потому что оно тогда в маленькой картинке, я не растягиваю на весь экран. Может быть, из-за этого. Но это такой интересный эффект. Я абсолютно не удивляюсь, что вы видите больше, чем я. То есть, это, знаете, как, это легче человеку видеть, который не играет. Нет, это просто-напросто там легче видеть, потому что оно, может быть, не растянуто на экран, может быть, оно не так размывается, когда играешь. Есть эффект, есть позитивный эффект в просмотре записи. То есть, там сразу же четко видны эти полоски, которые отделяют секретную кнопку от нормальной стены. Без проблем. Так, о, господи, боже мой. Кто там жаловался, что ему не хочется напиток? Жизни, особенно маленький. Есть. О, круглый ключик. Правда, я туда сейчас не пойду, потому что она меня пугает. Так, хорошо. Здесь он. Я помню. Все. Здесь загадка. Меч, камень, бумага. Ну, не бумага, а свиток. Но это камень, ножницы, бумага. И я долго тупо ложил сюда, вот сюда. Бумагу ложил. Потом я даже не понял, в чем дело. Я просто подумал. А почему бы не перемешать эти вещи? И так как здесь, в общем, 9 возможных комбинаций, я очень быстро подобрал, потом посмотрел, где что лежит. Твою налево, это камень, ножница, бумага. Так, у нас это нужно камень. То есть долго, очень долго матерился. Здесь у нас бумага. Где у нас свиток какой-нибудь? Хорошо. А здесь у нас... так, это меч. Ля-ля! Твою налево, мой меч! Верните мне мой меч обратно. Так, давайте луком мне шандарахнем дважды. Как раз я этими заряжающимися ударами не пользуюсь, потому что они долго заряжаются. Это звучит странно, но да, я понимаю, что это выгодно и стоит делать. И зачем я пришел сюда в тупик? Это было совсем неправильно с моей стороны. И мой меч... остался там. Давайте еще дважды ударим его. Хорошо. А где здесь хорошая полянка есть? Я иду в неправильное место, где не стоит стоять. Хотя мы можем туда спрыгнуть вниз. Тогда это будет хорошо. Отлично. Все, спускайся сюда, Изарк. Спускайся, не стесняйся. Черт. Меня к тому же еще вот этот рост стреляет. Так. Ага! Я могу в него стрелять, просто нажимая на кнопочку. Ля-ля-ля. Да без проблем. Класс! Я даже не против. Мне это даже понравилось. Так, это меч, который можно было бы использовать, но он нам абсолютно не нужен. Он просто железный меч. У меня такие же мечи, только с эффектом молнии есть. Так, ну что ж. Это у нас... молниеносная палочка. Веселая штучка, по идее. По идее, веселая штучка. Я ей пользуюсь очень редко. То есть, когда у меня вот уже закончилась мана, и я тогда так... Ну, давайте волшебной палочкой попользуемся. Потому что, видите, 7.21. Проблема в том, что я не могу бить с заднего ряда. А чтобы бить специальным ударом, который бьет издалека, нужна мана. А когда мана закончилась, она мне снова нужна. То есть, тут... никогда спокойствия не будет и нормальной возможности воспользоваться палочкой. Может быть, кому-то другому. Я ее с собой поношу, хотя она меня сейчас перегрузила, из-за проклятая. Но ничего. Так, как забраться туда? Я, честно говоря, не знаю. У меня были депрессии по этому поводу, но я не знаю, как туда забраться. Хорошо. Так, ну что, кому дать статуэтку? Кто будет ее носить с собой? Кому дать волшебную палочку? Кто будет ее носить с собой? Крыс будет носить ее с собой. Хорошо, отлично. Первая статуэтка найдена. Нам нужно, в общем, 4 статуэтки, чтобы решить загадку, которая нас ждет потом. Там потом ждет нас загадка. Так, мы можем здесь подняться, здесь мы можем опуститься. Да, это все понятно, это пролетели. Сделали. Теперь... Ну, а это просто... Да, там и меч, и камешек, и здесь еще свиток можно будет найти. То есть это если у вас вдруг нету в инвентаре нужных вещей, то, господи боже мой, или все, последний камешек сломил спину. Всем.
А тут просто, просто-напросто нету места. Ну, лежи. Так уж и быть. Хорошо, так, что нам нужно сделать здесь? Нам здесь опять нужны камешки. И нам нужно посмотреть, в какую сторону вылетает камешек, если мы его бросаем. То есть давайте возьмем так. По идее, можно было бы пользоваться стрелами. А, хорошо, вперед вылетает камешек. Теперь нам нужно нажать на кнопку. Хорошо. Поменять дислокацию портала и... Опаньки. А то есть камень, по идее, летит в ту сторону, в которую мы его бросаем. Я просто проверял, меняется ли направление. Нет, а то есть первая кнопка у нас нажалась. Мы можем даже уже на вторую кнопку нажать, просто не бросив камешек, а положив его. И на третью кнопку мы нажимаем вот так вот. Обходим, обходим. Буп. Отлично. Есть, хорошо. Так, где наши стрелы? Есть наши стрелы. А, я могу сам зайти туда? Черт, нет, нет, пока что не могу. Но это еще одна статуэтка. Мы радуемся, радуемся, радуемся. Чтобы выбросить, выбросить, выбросить. Еда, еда. Вот, вот в этот момент я всегда так думаю, нужно было играть фермером. Можно было бы тогда ему сливать воду. Еду. Но я лучше палочку отложу. Если вдруг меня там прижмет, я буду знать, где она лежит. Очень далеко. Я не знаю, где она лежит. Но хорошо. Так, вторая статуэтка есть. Мне было бы, да. Да, вот, видите. Ну, мимо этой кнопки как бы тяжело пройти. Притом я 100% помнил, что можно сюда зайти. Как-то забрать свои камешки. Пожалуйста. Пожалуйста. Дайте мне мои камешки. Они мне нужны. По-настоящему нужны. То есть, я рад, что я нажал на эту кнопку. Я абсолютно рад. Может быть, это на время открывается телепорт. А, все, я слышу, слышу. Вот, 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 вот она. Все, хорошо. Давайте пойдем еще раз нажмем на кнопочку. Есть. Хорошо. Так, камешки нужно собрать. Да, да, нет. Собрал камешки, или это тут можно просто сбоку зайти? Я уже ничего не помню. Это комната для грибка? Почему мне это не верится? Скажите мне, пожалуйста. То, что в этой комнате только один грибок. Черт, в этой комнате был только один грибок? Будьте вы прокляты. То-то! Хорошо. Давайте тогда расправимся с ними. Я надеюсь, меня никто не окружит и не будет бить в спину. Нет, нет, такого не бывает в этой игре. Такого просто не бывает. Такую игра не допускает. Это же было бы нечестно. И без предупреждения. Не так ли? Так, хорошо. Ай. Как раз, вот видите, я слева стреляю, попадаю в правого. Кто мне это объяснит? А ну-ка, а ну-ка быстро, объяснили мне. Как, где? Нет, нет, глюки. Хорошо. Что? О, у нас большая дубинка есть. Давайте-ка посмотрим на нее. Это у нас 11.34. Тяжелое оружие, к сожалению, у нас уже... Есть все намного лучше. Намного лучше. Самое интересное, что я мучился, чтобы собрать себе камешки обратно. Ага. Так. Так. Это все? По-моему, это еще не все. Вот, еще был тестовый камень, который сейчас ломает спину крысе. Не-не-не-не-не. Крысы себя чувствуют отлично. Ну что ж. А как я отсюда выйду? Так, мне что, нужно на эти кнопки нажать? Я что такое? Я же нажму. А. Понятно. Свету, мне свету. Хорошо. Все, есть, есть. Лишний камешек. Я. Крыса. Крыса может нести лишний камешек. Хорошо, и этот пазл тоже пройдено. То есть, все, у нас две статуэтки есть. Нужно еще две найти. Так, секретная кнопка.
Па-па-па-па-па-па-па. Если я помню правильно, то эти твари, они медленные. То есть, если их просто оттянуть достаточно далеко, то они не будут слишком быстро двигаться. Хорошо. Так, давайте теперь так ставим. Чуть-чуть больше маны нужно Крусяку. По идее, один напиточек маны хватит Крусяку, чтобы себя чувствовать вполне прилично. Отлично. Ра-та-та-та-та-та-та. Правда, я не помню, вывалится ли тут что-нибудь хорошее, стоит ли это наших мучений, но... Ну, я уже здесь. Ну, уже все. Поздно. Поздно думать. Так, стратегия уже удалась или не удалась. Нужно тактикой заниматься. Ну, из них вываливается. А, вон он. Вон он, наш нашейник. Ошейник, который предотвращает так, перегруженность. Ну, или эффект надгруженности. Что-то как-то так вот назовем это. Так, золотой ключик, скорее всего, чтобы отсюда выйти. Обычно это для этого золотые ключики. Так, давайте-ка все ключики будем складывать сюда. А потом выбросим эту сумочку и никогда больше ее не увидим. Так, этот меч можно отложить. Кому дать... Кому дать, кому голову сломать? Конечно же, крыся. Потому что она у нас такая, самая несучая. По идее, самый несучий у нас вот этот товарищ. Но у него, по-моему, есть ожерелье больше маны. О, господи, боже, нет. Я думаю, я ему дам это все. Он будет себя чувствовать хорошо. Он будет, да, ему еще 10 кило носить хорошо. А вот здесь вот крысюку дам это. А где у меня... А, вот здесь вот у меня ожерелье с дополнительным, так, экспириенсом. Это дополнительные стрелы, это дополнительные грибочки и напиточек, который я уже даже не помню, что делает. Щит. Хорошо, щит. Отлично. Так, и теперь мы можем все валить на бедного Козерога. Так, самое главное ему полечить. Хорошо, ножку ему вылечить. Открывашка. Бомба. Бомбарашка. Напиток здоровья. Мелкий напиток здоровья хорош тем, что им можно... У кого у меня нету еще нагрудника? У всех уже есть нагрудник, так что эти ширпотреб не нужен мне. Так. Это же не ширпотреб. Ну, хотя это, по идее, уже ширпотреб, потому что их было много. Но отрепья больше подходят. Так. Угу. Ничего, камешек. Лишний. Ничейный. Вот он. Вот он тот камешек, который ломает нам спину. Хорошо. Стрела. Хорошо. Факел. Ага. Так, ботинки. По-моему, мне уже не нужны ботинки. Да-да-да, у меня у всех. У Козерога почему-то маленькие ботинки. Но ничего, это не страшно. Это можно поменять. В общем-то... По-моему, я здесь уже отстрелялся. Выпустите меня отсюда. Я уже готов отсюда выходить. Вот он. Ключ. Хорошо. Отлично. Та-дам! Теперь что? Пожалуйста, теперь выпустите меня отсюда. За что меня туда телепортировали? Я уже даже не по. Почему мне не нравится эта ситуация? Потому что... А нет, ну по идее, сзади ко мне никто не подойдет, хитро. Хитро и пронырливо. А, вот меня... Я нажал на кнопочку, и меня телепортнуло, понятно. Ну что ж, он стоит в углу. Хорошо. Давайте. Пока можно. Пока он мне ручки и ножки не сломал. Проклятый. Он не сломал ручку. Очень-очень нужную ручку, к сожалению, он не сломал. Я и пользовался. Угу. А, у него большой напиток. Давайте ему маленький напиток дадим. А, ей тоже поломали, но не ручку, по крайней мере. Она может все еще сражаться. Хорошо. 8 стрел. Не слабо. Что ей сломали? А, ножку. Лапти ей сломали. Это, конечно же, неприятно. Ну же, давайте отдохнем. Если еще будут монстры, они к нам подойдут. Они
Не пожалеют. Так. Хорошо. Давайте сохранимся. Давайте пойдемся. Пойдемся, уткнемся во что-то такое. Вся, вся, вся. Вот эти все двери я пока что не трогаю. Я слышу, я тебя слышу, парень. Не стесняйся. Подходи. Подходи, поговорим. Их там двое, по-моему. Это плохо. По-моему, это плохо. Да, это не очень. Это не самая лучшая ситуация, в которой можно было бы находиться. В этом случае. Опаньки. Обе стрелы попали. Это всегда приятно, потому что ты там не искать просто, как додик, а опаньки. А сходить за ними. Одна стрела упала. Пойдем налево. Я могу здесь свернуть? Да, я могу здесь свернуть. Теперь я уже не помню, что здесь, где здесь. Отлично. Он умер. Он здесь не один. Это плохо. Но ничего. Так, сейчас он передвинется. Можно будет в него шарахнуть. Оп. Шарахнул, называется. Аж он испугал я его. Ужасно испугал. Да, это длинный-длинный коридор, который мне не нравится в этом случае. И стрела, которой я не попал ни в кого. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Если что, я схожу с кристалла. Я же такой, я же простой парень. Так. Длинный коридор. Нет. Хорошо, он сейчас вернется еще раз сюда. Пускай. Не. Длинный коридор мне не нравится. Им что-то. Ап! Черт! И так развернулся. Ага. Маг! Не уходи, постой. Просто побудь со мной, дяденька. А если он сюда станет, он не расслабится?